Ну, вы бы в Австрии очередной раз доказали, что Евросоюз переживает глубочайший ценностный кризис. Все те основополагающие ценности, которые были заложены в концепцию современного Евросоюза, пресловутый мультикультурализм, толерантность, приоритет по меньшинству и так далее, терпят фиаско. Потому что именно благодаря этим ценностям, исповеданию этих ценностей, Евросоюз стал открыт различного рода болезням, которые на себе, социальным болезням, которые граждане Евросоюза на себе испытывают. Это, прежде всего, приток беженцев, рост преступности, снижение уровня жизни, высокий рост безработицы. Поэтому совершенно очевидно, что люди, жители Евросоюза, чувствуют необходимость смены парадигмы. Поэтому и приходят к власти такие люди, как вот пришли на последних выборах в Австрии. Вот такие же процессы мы видим и в Германии, альтернатива для Германии, Ле Пен во Франции, ситуация в Северной Италии, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, Евросоюзу либо надо менять ценностную парадигму, ну либо... И ждут очень тяжелые времена и, возможно, распад Евросоюза.